помилуй нас. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Вот интересно, про чистый кто-то прокосил. Не знаешь, кто эту дорожку проделал? Я. Это ты? А к чему там это? Мордушки? Нет, насос, к насосу. А, да посмотри. Вот только подъехали. И на улице здесь я ягодки вижу, малины. Ездила я сейчас колхоз. Выше, где колхозное берем. Вообще нету. Одна ягодка. А комара? Здесь вообще сорта нету. А тут у нас малина. Видите, первый раз ем малину. Потом мы вернемся сюда. Смотри. Пойдем-ка еще что посмотрим. Вот это да. Вот мы идем здесь на храму. Я сказал про колхозный здесь сад, там еще нету. А Володя мне говорит, а на нашем лагерном. Вот так лагерный будет называться. Тут есть. Яблоки растут. Вот смотри, что тут есть. Я хожу сюда. Тоже ем. Смородина. Красная. Люблю красную смородину. Все, что есть, это Наташа садила. Память о ней. Приходько. Вот там еще эта ярга поспела. Ну-ка. Вот она. Да действительно поспела. Надо срочно посылать сюда. Довольно вкусная. А главное, поспела, а что ж молчите-то? Она быстро уходит. Надо варенье наварить на зиму. Ну все, прямо главное момент. Не раньше, не позже. Брать надо буквально сегодня. Пойдем. Заросшая, все. Некуда. Но он еще не поспел. А черная смородина есть? Нету. Там может пару ягодок и все. А что, черной смородины мало так? Да. А куда он делся?